Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Сегодня, ребята, я сделаю обзор новой, очень крутой пуш-колоды. Но прежде чем перейдем к колоде, я хочу вас попросить подписаться на канал, если вы вдруг еще не были подписаны. И, пожалуйста, поставьте лайк. И для новых зрителей, кто не в курсе, я по вашим комментариям составляю колоды и записываю отдельное видео. То есть пишите вы, какую колоду вы хотите видеть в моих роликах, обзор какой колоды. И топ-комментарий я выбираю, составляю деку и записываю отдельный ролик с обзором, с разбором этой колоды. С онлайн-атаками, на какой арене, и вот это все указывайте вы в комментариях. Ну и обязательно ставьте лайки, не забывайте про лайки и подписку. Ну а теперь давайте перейдем к колоде. Ребята, колода с големом нереально дешевая. Очень быстрый цикл карт, 3-9 эликсира, плюс в этой колоде еще есть сборщик. И эта дека нереально круто просто каждого противника разносит на трешку. Давайте перейдем в журнал поединков моих. И, пожалуйста, вот сначала я хочу вас попросить абстрагироваться от моих поражений и просто обратить внимание на победы. Я не хочу вам показать ряд побед подряд каких-то, нет. Я хочу вам просто результат поединков своих показать. И вот, поехали. Смотрите, победа на 3 короны. Следующая победа на 3 короны. Еще одна на 3 короны. Еще одна на 3 короны. Вот еще одна на 3 короны. Вот победа на 3 короны. Еще 3-0. 3-0. Поражение, опять же говорю, не обращайте внимания. Еще 3-0. Ну вот здесь уже 2-1. А, ну здесь совсем другая колода. Там с элитными варварами, это заказывали на стриме деку. После того, как я взял эту колоду, у меня все победы, да, победы были не подряд, безусловно, но у меня еще нет опыта с этой колодой. Да и вообще, вы знаете, что я не самый профессиональный игрок, поэтому, чтобы мне без поражений играть, это невозможно. Но все победы, которые у меня были, они все заканчивались с итогом 3-1-3-0. Ну, в общем, суть в том, что 3 короны я брал с этой декой. И, блин, я не знаю, что это за чудо-колода, это новая дека, и вы знаете, я думал, что я единственный, кто буду с этой декой играть, мне эту кристалл деку помог составить, и нет, я ошибался, я в глобале уже встретил эту колоду 2 раза, и в испытаниях несколько раз, то есть эта дека, мне кажется, ну, будет встречаться вам очень часто, я вам советую задуматься и составить себе эту деку и прокачивать эти карты, которые в этой колоде. Если вы будете спрашивать, чем заменить, ребят, ну это, честно, трудно сейчас сказать сразу. Ну, дровосека можно, конечно, на мини-пеку в теории и бандитку на таран, к примеру, да. Но это уже будет немножко другая колода и совсем будет другой посыл. Бандитка здесь выполняет роль молнии, которой здесь нету. Здесь нету, если вы не заметили, поизона, фаербола. То есть добивать нам вышку нечем. Но это нами не надо. Я изначально не поверил Кристаллу и думал, ну камон, ну я не смогу с этой декой сыграть. Я привык, что в конце там добить можно молнии, шахтером, ну чем-нибудь. Но здесь только зап. На самом деле это не нужно. Просто идешь на 3 короны. В общем, быстро нужно крутить цикл карт, ставить сборщики, а она в двойном эликсире просто пушит трешку. Собственно, давайте перейдем теперь к онлайн-атакам. Я, конечно, не уверен, что у меня сейчас будут атаки прям на 3 короны. Ну, я вам продемонстрировал, что я, по-моему, 9 побед провел, и все они были на 3 короны. А там как получится. Я предлагаю прокачать мегамуху до 11 уровня. Давай, нет, до 11 уровня это слишком жирно будет. Пускай останется мегамуха 10 левела, хотя, давайте прокачаем. Или не надо, блин, как-то жалко 100 тысяч золота, знаете, просто так трудно копить его и так легко тратить. Ладно, я оставлю 10 мегамуху, думаю, смогу с ней сыграть. В общем, предлагаю перейти в глобал, но здесь просто мне подбираются прокачанные противники, и мне трудно с ними конкурировать. Ну, у меня тоже прокачка неплохая, но они полностью фулл, а у меня, как видим, леги 3-го. Так, ребят, как всегда, как только я включаю запись видео, как только я включаю стрим, у меня спустя некоторое время просто начинает зависать интернет. Люди, которые постоянно смотрят мои стримы, они знают мою вечную проблему. Это интернет. Вечно он у меня лагает в самый неподходящий момент. И пока я его не перезапущу, эти лаги никуда не исчезнут. Я наивно полагаю, что сейчас перелагает, и я продолжу запись видео. Но нет, я, блин, куча сделал попыток, и последнее время для меня запись видео это целый квест, потому что интернет нереально выделываться начинает. Я устал с ним бороться. Вы скажете, смени провайдер, выкинь его в окно. Ребят, ладно, зачем я вам это все рассказываю, вас это, думаю, даже не волнует. Поехали в онлайн бой, я не буду перезаписывать начало видео, вступление, поэтому просто вам сообщаю, что если вдруг еще раз зависит интернет, то, ну, я прошу, как говорят, понять и простить. Так, ну давайте, или как вы любите говорить, это фиаско, братан. Значит, что я сейчас сделал? Я выпустил мегамуху и бандитку, дабы прокрутить колоду до сборщика. Прикольно, бандитка, кстати, чаржится на скелетиков, так интересно. Это, походу, колода с лавой, либо с големом, не знаю.
маленький дракончик, ну, наличие надгробия мне уже подсказывает, что это лава, ребят. Так, ну давайте здесь ледяного духа, давайте дровосека, давайте мегамуху. Да, блин, это лава, и я слил почти, ну как, весь воздух. У меня всего лишь мегамуха, воздушный юнит. Ну, точнее, не воздушный юнит, а юнит, который наносит урон по воздуху. Но еще есть ведьма ночная. Какой-никакой урон она тоже наносит, но все равно. Там намного все хуже. Так, тут у нас ледяной дух. Нам бы уничтожить вот этих миньончиков, и походу я сейчас просто лишусь вышки. Давайте мегамуху здесь. Да, ребят, это минус вышка, у меня запа нету, как видим. И нужно ставить сейчас мне сборщик. Летит фаербол, окей, окей. Забиваем вообще на деф и поставим сейчас сборщик. В принципе, смотрите, можно забить на левую сторону. Да я и 100% на нее забиваю, просто поставлю сборщик эликсира. Ну и сейчас, естественно, буду делать пуш. Значит, меня уже радует, что у него сборщик, а не молния, ракета. Потому что ракета в основном меня постоянно останавливает. Я вот насобираю комбинацию, он кинул ракету, просто всех юнитов забирает, абсолютно всех. То, что он послал сейчас надгробие, это хорошо. Это нам дает возможность поставить голема. Ну, то есть лава на нас пока что не летит. Мы можем спокойно насобирать комбинацию. Ставим голема. Готовим сейчас ночную ведьму. Я думаю, я уверен, у него еще нету фаера. Да, по идее нету. Поэтому можно выпустить ведьму вот так, чтобы... Ну, если был бы у него фаер, то нужно, конечно, было немножко по-другому, так как... Еще по вышке бы прошелся урон. Так, ну все, вот когда время двойного эликсира, здесь просто забиваем на тактику и все подряд подкидываем. Вот серьезно, ребят, это работает. Я не знаю, правда, как сейчас у меня это получится, но давайте попытаемся. Так, смотрите, дровосек под реджем доходит. И просто смотрите, сколько наносим мы урона, это нереально. Но он, конечно, каким-то чудом задефался, вы представляете? Нам нужно, наверное, слева добивать вышку. Что? Серьезно? Элитные варвары? Да не, ну ты шутишь. Да нет, дружище, я... Мне это снится? Лава с элитными варварами? Ты серьезно? Окей, окей, я тебя понял. Так, я должен добить вышку. А где бандитка? Бандитка, быстрее добивай вышку, отлично, фух, я уже думал, не добью ее. Ну, он меня в конце удивил. Ну, лава-шар, лава-шахтер. Ну, с чем я там, лава-пламенный плюс, я не знаю, мега-рыцарь я даже видел. Ну, с элитками? Ты серьезно? Вот это поворот. Так, ну что, это победа? Конечно, не на трешку. Но, блин, ребят, это глобал. В основном это у меня получается в испытаниях трешки делать. Так как там прокачка карт не решает. Там все наравне, у всех одинаковая прокачка, поэтому... Как-то так. Ладно, поехали еще в один парочку поединков. Я, конечно, провел уже где-то 3 или 4 поединка. Ну, для вас это только первый бой на видео. Так, окей. Две звезды мы забрали. Так, сейчас цикл у нас, конечно, не очень. Давайте сольем бандитку и поставим сборщик. Подождем, чтобы бандитка немножко отошла, дабы нас не задели каким-то спылом. 3 цели сразу. И все. Так, смотрим. Рыцарь, гигант. Окей, значит, мы здесь ночную ведьму. О, у него тоже ночная ведьма. Так, так, так. Я думаю, что дровосека нужно именно на ночную ведьму выбросить. Вот так. Здесь ледяного духа. Отлично. Здесь у нас зап. Быстрее зап. Хорошо. Так, так, так. Рыцаря уничтожаем. И надо уничтожить ведьму. Отлично. В принципе, для меня это в плюс то, что я, ну, потратил много эликсира, там, потерял... Ну, то, что хитпоинты потерял, естественно, нет. Но я прокрутил колоду. Я прокрутил колоду не просто так. То есть я отдефал. Иногда мне приходится просто сливать карты, чтобы прокрутить деку. А здесь я, то есть, все потратил на деф. Все как бы взаимовыгодно. Так, значит, смотрите. Мы дровосека выбрасываем на рыцаря. Здесь у нас полетит мегамуха. Здесь у нас будет ледяной дух. И у нас снова есть сборщик. Обожаю эту колоду, она очень быстрая. Конечно, пропустил урона много, но ничего страшного. Ставим сборщик вот здесь. Я понимаю, что это как бы прицел на два сборщика одним фаером. Но, ребят, сейчас это будет вообще не важно. Вы просто посмотрите, сейчас остается 26 секунд до его поражения. Я постараюсь здесь взять трешку. Я не знаю, как эта колода работает, но в конце она нереально просто разносит. И противники что не пытаются сделать, они просто... Теряют контроль и теряют 3 звезды. Так, ну что, поехали. Стрелы, окей. Здесь у нас бандитка. Ну, уже, конечно, немножко... Мне не нравится ситуация моя.
Но вышку мы должны, по идее, забрать. Так, пошел удвоенный эликсир. Первая атака прошла, более-менее успешно. Как-никак урон мы нанесли. Снова ставим голема и ставим ночную ведьму. Я, конечно, сейчас очень сильно играю с огнем, потому что, блин, я могу не успеть снести его тавер и потерять свою сторону. Но попытаюсь... Не, вот сейчас нормально все. Все. Это реально отлично сейчас будет. У него стрелы еще есть, поэтому я ледяного духа чуть попозже подкину. И еще ночная ведьма. Все, ребят, это трешка. Однозначно это трешка. Просто смотрите, что сейчас будет происходить. Два дровосека на карте. Две бандитки. Мегамуха. Две мегамухи. Ночная ведьма. Его никакой зап, никакие стрелы, ничто не спасет. Не, ну в принципе, по идее, может он. Не, не может. Это трешка. Все, просто на три звезды. В сухую. Раз и нету. Плюс 26 кубков. Ну и давайте последний бой сыграем, последний. Ну в глобале, честно, ребята, играть мне с этой колодой не сильно комфортно, опять же повторюсь, потому что если выходит против меня фулл противник, который фулл прокачка, мне трудно с ним конкурировать в плане прокачки. Поэтому больше эта дека мне в испытаниях нравится. Так, бандитка и летучие мыши. Нам нужно крутить деку до сборщика, так как цикл карт у нас в начале так себе. Смотрите, ночная ведьма неплохо так спавнит под рейджем, а нет, рейдж не влияет, наверное, на спаун летучих мышей, но урон неизбежен, урон пропускает противник, хорошо. Так, мы сейчас ставим сборщик эликсира, готовим мега миньона. Так, тут у нас зап, это что, спеллбейт? Серьезно? Спеллбейт с бандиткой? Блин, ну что я могу сказать? Это фиаско. Блин, я не хотел это говорить, само вырвалось. Так, тут у нас бандитка на деф, и давайте ледяного духа. Блин, ну как я буду его выигрывать, я не знаю. Он просто мне не будет давать шанса ставить сборщик, он постоянно будет его ракеты убивать. Наверное, в этом плане я могу проиграть, но буду стараться, конечно же, как-то вырулить. Так, блин, а чем бы законтрить? Вот 4 эликсира приходится тратить, целых 4 эликсира на принцессу. И сейчас, наверное, еще целую ведьму на банду гобль. Отлично, не придется. Окей, ставим сборщик эликсира. Полетит ракета, скорее всего. Но это мне надо делать, чтобы у меня колода недорогая, но все равно, чтобы я не тратил сейчас нужные карты, которые буду делать, которыми я буду делать пуш. Поэтому я заставляю его тратить целых 6 эликсира. Давайте тут мегамуха, давайте бандитка. Еще раз попытаемся сделать одну атаку. И попытаемся поставить еще один сборщик. Готовим зап. Так, давай. Ледяной дух. Ну куда ты сагрился? Ну ё-моё, блин. Это... Блин, зап. Блин, ну я немножко туплю. Ладно, окей. Дровосек. Дровосек, срочно. Он задефает полностью. Так, отлично. И сейчас ставим голема. Конечно, у него преимущество больше. Однозначно. Так как у него колода дешевле. Хоть и у меня недорогая, но мне нужен все равно сборщик, так как я играю с големом. Я думаю, кто играет с големом, они меня понимают. Вот это неожиданный поворот. Пека, серьезно? Ну блин. Мне хана. Так. О, отлично то, что мы сейчас бандитку дамажим. Здесь зап. Ракета на деф. Логично с его стороны, логично. Давайте ночную ведьму. У меня есть шансы, ребят, у меня есть шансы. Так, отлично, мегаминьон. Мегаминьон, давайте пытаться... Вау. Так, блин, мне бы вторую пеку добить как-то. Зап. Зап, хорошо. Давайте бандитку. Использовать бандитку, так. Давай, пожалуйста, нанеси урон. Ну, под рейджем, ну кто-нибудь, нанесите урон по вышке. Кто-нибудь, дойдите к вышке, ну уже. Блин, да как же добить? Как же добить? Зап, зап, быстрее, быстрее. Давай тычку. Yes, yes. Это, конечно, не трешка вам, но все равно победа. А для меня главное продемонстрировать, на что способна эта колода. Давайте посмотрим на рекорд противника. Рекорд у него 5200. Ну, колода, ребят, вот честно, его немножко нас контрит, так как сборщик не дают нам ставить, и голем у него есть. Ой, не голем, а пека, которая контрит нашего голема. В общем, ребят, я надеюсь, я вам продемонстрировал... годную колоду, а это реально годная колода. У меня, возможно, кривые руки, возможно, я плохо сыграл, можно было бы и на трешку, ребят, но вы не обращайте внимания, я реально не профессионал и не задрот в игре. Играю так, как я играю. Но колода, я вас уверяю, она
очень крутая, и с ней можно реально делать крутые вещи. Ну, то есть, и в Гранде делать 12 побед, и в Глобале апать кубки. И дешевая, и интересная, и новая, и, блин, ну как ее не использовать? Я понимаю, может, у вас нету трех легендарок, которые в этой деке. Ну, ребят, без этого никак. Придется, конечно же, тогда жертвовать чем-то и... Возможно, задонатить, я не знаю, там, копить золото и тратить на покупку лег. Либо не использовать тогда эту колоду, значит, она вам не подойдет, если у вас нету подходящих карт. Но для этого я снимаю другие видео. У меня много разных колод на канале, поэтому, если вам эта колода не подошла, подписывайтесь и посмотрите мои предыдущие видео, либо смотрите следующее. Все, ребят, на этом буду прощаться. Надеюсь, вам эта дека понравится. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Желаю вам удачи, хорошего вам настроения, ребят. Побеждайте, до новых встреч и всем пока!